Олимпиада – это, конечно, замечательное событие, которое работает на имидж страны, которое работает на развитие того региона, где проходят Олимпийские игры. Мы надеемся, что мы получим в результате этих Олимпийских игр не только золотые медали, но и развитый туристический кластер вокруг Сочи. Прошу прощения. Вот. Поэтому я считаю, что, конечно, это большая честь для страны и большая польза для страны проведения Олимпийских игр. Другое дело, что те проекты, которые были заявлены, так сказать, удорожали в процессе строительства там, на порядок. И вот здесь уже нужно разбираться финансовым органам и финансовому мониторингу, и счетной палате, потому что думаю, что покрали деньги-то. Кроме того, так сказать, уже и судебные какие-то иски, уже люди в федеральном розыске есть. Это говорит о том, что власть не умеет контролировать расходование средств. Ну, не хватает у нас, так сказать, умения, что ли. Но, если честно, я считаю, что власть сама должна подавать пример бескорыстия. Вот только в этом случае все остальные подстроятся в эту струю.